На заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Тверской области 6 декабря обсудили одну из самых злободневных проблем – уборку снега. Мы хотели бы обратить внимание на обслуживание дорог Калининского района регионального значения. К сожалению, были вынуждены мы составить административные материалы в отношении подрядчиков. Также хотел отметить Кувшиновский, Кимрский район, Ромешковский, Ржевский и Торопецкий. Это там, где работа нас не устроила организации. Всю эту информацию, соответственно, мы в территориальный дорожный фонд передали. В областном центре среднесуточное количество ДТП возросло всего на 10%, что, по словам Алексея Смирнова, хороший показатель по сравнению с прошлым годом. Тогда скачок составил 100-150%. Однако ситуация еще может поменяться. Все заключенные администрации Твери контракты с компаниями по уборке снега заканчиваются в этом году. И кто будет убирать снег в следующем году, пока не ясно. В Пролетарском районе ситуация уже накалилась до предела. Компания «Кристанваль», выигравшая конкурс, но не справившаяся со своей задачей по причине отсутствия техники, сейчас отстранена от своих обязанностей. Однако городская администрация не спешит расторгнуть с ней договор. Это подрядная организация. У вас работала и на благоустройстве в летний период. Она вас подводила. Так? Так. И все равно она победила. Значит, так был организован конкурс. И вы никаких действий не предпринимали. Хотя эти звонки шли постоянно. Когда, вопрос возникает, когда вам надоест это, как власти, людям надоело. После того, как Пролетарский район остался неубранным, чиновники заявили, что все снегоуборочные компании города будут проверять более тщательно. Также это коснется и области. Совершенствуется по-прежнему сотрудниками дирекции Дорожного фонда работа с подрядными организациями через контроль в режиме онлайн техники, которая выходит на линию. То есть вся техника оборудована системой ГЛОНАСС, и в режиме реального времени или постфактум можно посмотреть, какая техника где работала и выполняла ли она работу. Глава региона поручил Министерством транспорта и по делам территориальных образований взять ситуацию под контроль, чтобы до Нового года все муниципалитеты нашли решение и обеспечили качественное содержание дорог после 1 января. Екатерина Карпова, Андрей Шибаев, РЕН-ТВ «Пилот».